Глава городского округа Владимир Ружицкий проверил готовность коммунальной техники к зиме в Томилине. Объединенный комбинат благоустройства и ЖКХ обслуживает более 425 тысяч квадратных метров территории. Зимой в работах задействован 41 человек. Для обработки и очистки тротуаров используют 22 единицы техники. Это тракторы, погрузчик-экскаватор, КАМАЗ, пескоразбрасыватель и фронтальный погрузчик. Также задействуют снегоуборщики и подметальные машины. Я надеюсь, что мы зиму пройдем без особых катаклизмов. Понятно, что ряд вопросов мы еще подработаем. Есть определенные замечания, что есть и коллектив. Вы, я думаю, нашим жителям это все покажете. И он, я оценю, работоспособный. Но это есть какая-то уверенность, что мы зиму должны пройти без особых потрясений.